Игра была очень тяжелая, потому что очень хороший соперник. Тем более боролись за более высокие места в турнирной таблице. Я так считаю, пацаны молодцы, отработали. Два тайма по полной. И Бог все видит. На последней секунде забили, дожали. Вышел на замену, когда большая группа вышла игроков. Поменялась игра, как кажется, на твой взгляд? Ну, игра стала более такая, скажем, быстрее, наверное, потому что обе команды начали на контратаках играть. И те, кто вышли на замену, скажем, ну, задышали сразу. Но потом уже через минут 10 где-то разбегались пацаны и показывали хорошую игру. С незабитым голом что там было? Ты рядом был? Ну да, был прострел. Я, то есть, бил из-под себя. Первый раз защитник отбил из пустых ворот. И потом я начал головой добивать. И, ну, мяч пересек линию. Ну, точно, это 100%, да? То есть, потому что, ну, мяч был возле головы. Ну, хорошая контратака. Пацаны на третьего разыграли. Дали проникающую передачу в разрез. Я вышел один на один. Решил сразу бить в одно касание. И удачно получилось.